Безумие какое-то. Слишком большой риск. Хоть представляешь, что тебе предстоит? Сильно руль ты не повернешь. Как ты собираешься проходить повороты, если ты не сможешь поворачивать? Мы ведь с ним в равных условиях. Ясное дело, он тренировался. Затем и предложил это. Даже для тебя слишком опасно. Откажись, Такуми. Не откажусь, Сикитани-сэмпай. Ни за что. Не хочу проигрывать кому-то вроде него. Такуми. Можешь ехать первым, парнишка на 86-й. Давай! Уехали. За ними. Ты что, нам их не догнать? Я и не думал их догонять. Если Такуми попадет в аварию, надо как можно скорее помочь ему. Не нужно нам двух специалистов на спуске. Быстрейший спусковик в Гумбе. Я, Шоджи Шинго, из Miyagi Night Kids, на Иджи Сивик. Поглядим, сколько поворотов ты продержишься. Тебе конец. Как он избежал столкновения? Ладно, дело времени, да. Как бы ни был хорош водитель, машину придется ловить рулем, поворачивая его в сторону заноса. А вот Civic переднеприводной. Занос нейтрализируется при помощи разгона. Можно заходить в повороты агрессивнее. От недостаточной поворачиваемости избавляешься ручником. С такими правилами не разобьешься только на переднем приводе. Лишь настоящий монстр избежит аварии на заднем приводе. Нелегко смотреть на очередной поворот. В любой момент могу увидеть разбитую 86-ю. Думается, мне ничего с ним не случится. Это ведь Такуми. Почему? Как он умудряется поворачивать? Новичку в скотчевой битве на выживание должно быть нелегко. Видел? Я могу обогнать тебя в любой момент. Давай, пошевеливайся. Гони быстрее, да разбейся уже. Быстрее, чем обычно. Если меньше полагаться на руль, я могу ехать быстрее. Какого черта? Как я на него не давлю, он остается спокоен. Только быстрее поехал. Плевать на него. Главное в гонке победа. Любым способом. Засранец. Тогда просто оторвусь от него. Котор. Звук двигателя, раскручивающегося до красной зоны. Опьяняющее чувство. Никак им не насыщусь. Ты специально ударил. Ни за что не проиграю. Отбросу вроде тебя! Я
умудряется не отставать. Я ведь еду на пределе своих возможностей. Да что с этой... 86-й. Он не использует руль. Поворачивает за счет перемещения веса. Какого черта произошло? Как он смог обогнать меня тут? Если проиграю в скотчевой гонке на выживание, которую сам же затеял... Меня засмеют товарищи по команде. Моей репутации конец. Надо уберечь репутацию. Пусть лучше уж будет ничья. Окончанием битвы будет двойная авария! Ты что, приложился? Эй, ты как? Не поранился? Кажется, правую руку сломал, когда вывернула руль. Садись. Отвезу тебя в больницу. Получится быстрее, чем скорую вызывать. Не могу же я тебя напрягать. Да перестань. Болит ведь? Мы тут приберемся, если что. Да, дело обычное. Подумаешь. В таких случаях нужно помогать друг другу. Мы местные. Знаем, где неотложка. Да, вот именно. Спасибо. За мной должок. Значит, Такуми победил. Он невероятен. Гонялся с невероятным придурком. Вот и сорвался. Что было после, ничего не помню. Сорвавшись, мы с тобой не можем остановиться. Только я никогда машину не бил. Ну и выиграл. Да.